директор КЛИ Михаил Лихачев. Хронометрист поехали! Андрей Андреев в нашем прямом эфире. Андрей, потрясающий матч, очень эмоциональный, напряженный. За счет чего сегодня удалось переиграть «Спартак»? Да, игра получилась очень такая зрелищная, очень хорошая, с обилием голов. Я думаю, что удалось переиграть за счет дисциплины, за счет общего настроя, за счет командной игры. Полностью выполнили установку тренера, полностью сыграли так, как говорили перед игрой вчера, сегодня. То есть сыграли так, как должны были сыграть свою силу. И я думаю, что где-то и везение было сегодня на нашей стороне. Спартак, это очень сильная команда.
достойное чемпионство, но сегодня мы стали сильнее, я думаю, это... сегодня было все на нашей стороне. Скажите, это лукавство, и тренеры, и игроки обеих команд говорили перед началом встречи, что неважно, с кем играть в полуфинале, но по самой игре казалось, что с «Кристаллом» никто не хочет в 1/2 финала сойти. Понимаете, это плей-офф. Тут каждый должен обыграть каждого, если ты хочешь стать чемпионом. Если ты, победа стоит очень дорого. И неважно, кто против себя играет, там, 8-я команда, 1-я команда, на кого попадешь, на того попадешь, обыграть уже каждого. Поэтому завтра будет с ЦСКА не легче, и также Спартаку будет с Кристаллом не легче. Поэтому то, что мы выходили играть как на последний бой, мы в каждой игре так выходим и будем выходить дальше друг за друга, потому что мы по-настоящему команда, и я горд, что я в этом сезоне нахожусь в этой команде, потому что... Расскажите о вашем самочувствии, потому что и травмы получали, и долго восстанавливались после этого, готовы к полуфиналу, и есть уже какие-то мысли о том, например, как остановить Йоренса того же? Ну, мы играли уже, мы прекрасно знаем команду ЦСКА, мы играли с ними 2 раза, я в Питере постоянно играю против этих же ребят, поэтому я думаю, что завтра мы знаем, как сыграть, знаем, как удержать сильных игроков, и все у нас получится. А по поводу травм, ну да, есть какие-то микротравмы, какие-то повреждения, но это не дает никаких послаблений. Играть нужно в каждом матче сквозь травмы, на уколах, потому что это чемпионат России, тут назад уже. Ну, нельзя давать себе расслабиться. И, может быть, после такой шикарной встречи напоследок какие-то слова болельщикам, чтобы дополнительный десант приехал из Саратова в Москву сюда на игры полуфинала, решающие игры уже. Ну, хотелось бы поблагодарить всех болельщиков не только здесь. У нас некоторые ребята подъехали сегодня на игру. Хотелось сказать спасибо болельщикам, которые в Саратове находятся, которые смотрят трансляции, которые болеют, пишут, переживают во всех соцсетях, во всех мессенджерах. И также хотел бы передать привет моей семье, и у меня сегодня у сына день рождения. Ему исполнился 1 год, и хочу, я тебя очень сильно люблю, и расти крепким, я сделаю все, чтобы у тебя все было в жизни. Я тебя очень люблю. Сыну здоровья, вам успехов дальше. Спасибо большое.